В Армавире изменят схему движения на пересечении улиц Мира и Горького. Вскоре главной дорогой будет считаться улица Мира. Такое решение приняли на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Нововведение вступит в силу 25 декабря. Если сейчас асфальт здесь сделали, что главная улица будет, это в принципе нормально будет. Главная Ленина, это, ну, все такие улицы, нормально будет. Текущая схема движения создает заторы на второстепенном участке улицы Мира. С этой стороны в город заезжают автомобилисты из села Вольного и Успенского района. Сам перекресток расположен около Урицкого путепровода, недалеко от вещевого рынка, мебельных и строительных магазинов, где ежедневно курсирует множество автомобилей. Тут постоянно, когда останавливаешься, опасный такой поток идет. И некоторые, даже я видел, не углядел, и все, и авария на ровном месте. Я думаю, это будет удобнее. Случаи бывают, да. Я сам как водитель, я езжу, я знаю. Поэтому думаю, ну, лично для меня это будет удобнее. А еще удобнее, если поставили бы светофорное регулирование. Если интенсивность потока по главной, как вы говорите, будет больше, чем сейчас, то тогда проблема будет для тех, которые здесь пропускают. То есть они будут стоять и стоять. Пока что преимущество сохраняется у водителей, поворачивающих с Мира на Горького и наоборот. Направление главной дороги указывают соответствующие знаки. 25 декабря их заменят в связи с нововведением. Со стороны улицы Горького появится знак «Уступи дорогу». Водителей просят быть внимательными при проезде данного участка. Инна Лепеткина, Евгений Халманских, служба информации телеканала 360 Армавир.